Нещодавно спілкувалися зі студентами із Китаю, запитали, чому для навчання обрали саме Україну і саме Дніпро. Серед інших принад молоді люди назвали добру місцеву екологію. Це чимало дивує, адже ми про стан свого навколишнього середовища іншої думки. Сьогодні в нас двоє гостей – це громадська активістка Ірина Черниш і власне еколог, голова обласної громадської екологічної ради Олексій Ангорець. Добрий вечір нашим гостям. Давайте в двох словах, чим же все-таки от… Наша экология лучше китайская. Я не знаю, мне, вот, ну, меня улыбает. В Китае, да, видимо, есть места. Не хотелось бы там побывать. Вот, но нам еще далеко и далеко улучшать ситуацию необходимо. Ну вот, то есть вы, ну это шутка, да, такая? Давайте тогда подробнее вот о нашей встрече, о цели нашей встречи. В общем-то, конкретная проблема, я знаю, что жители села Чепли, селище, да, по-украински? Нет, это часть Самарского района. Ну это да, в общем-то, Приднепровск, будем говорить проще. Написали жалобу на Приднепровскую ГЭС о том, что, ну вот, ТЭС. Люди считают, что мало там делают, предпринимают каких-то усилий для того, чтобы сделать нашу экологию чище, да, и для того, чтобы устранить там вредные выбросы. Это правильно, да? Да, это правда. Ну, я знаю, что там планируют все-таки обратиться даже за тем, чтобы узаконить все вот эти выбросы, получить разрешение на это. Ну, собственно, ситуация, я представляю УСН, это орган самоорганизации населения, нас 1500, мы проживаем в Самарском районе, и, ну, в связи с тем, что там проживают уже 60-х годов прошлого столетия, со всеми проблемами знакомы, ну, как бы, достаточно плотно. Но, к сожалению, сложилась ситуация таким образом, что последние, ну, несколько лет, к сожалению, диалог не выходит. Ситуация экологическая становится только хуже. Уровень смертности в Самарском районе, он самый высокий по городу. К сожалению, дети наши болеют аллергиями, бронхитами, обструктивными формами разной астмы. И, к сожалению, с этим сталкиваются достаточно часто. Но объективно такого адекватного диалога не получается, и мы вот уже почти год как пытаемся наладить общение через областной экологический общественный совет. Но, знаю, у них диалог не выходит. И нам посоветовали, как жителям, обратиться с жалобой на заявление о намерениях станции получить разрешение на выбросы от залоотвалов. Мы проживаем в непосредственной близости, станция в 1,5 километрах находится, а шлама-отстойники станции находятся от наших домов от 250 до 500 метров. Совсем близко. Да, совсем близко, и они увеличиваются с каждым годом, вот буквально за последние полгода они увеличились за счет того, что бассейны заполнены этих, ну, этих шлама-отстойников, и стали вот этот шлак доставать и раскладывать на близлежащей территории. С нами не советуют, нас не ставят, ну, ставят уже перед фактом, мы, к сожалению, этим всем дышим, поэтому вот пошли на такой шаг, мы обратились, на сегодняшний день этот механизм работает, в первый раз в апреле мы писали на первое заявление, получили ответ от Министерства экологии, нам разъяснили процедуру, и, насколько я знаю, станция не смогла получить разрешение и по существующей процедуре написала второй раз заявление о намерениях, снова столкнулась с тем же самым. Мы снова пишем, потому что даже после этого станция не идет на диалог. Так же можно делать бесконечно, да, им отвечают нельзя, сожалению, нет, к сожалению, нет, ну, Алексей больше, более подробно расскажет по этому поводу. Ну, я бы хотел начать с того, что, ну, проблемы с под этим предприятием, они действительно, они десятилетиями были. К счастью, после революции, по крайней мере, мы смогли действительно поднимать вопросы, невзирая там на собственников, невзирая на то, кому принадлежат подобные предприятия. Как самый большой загрязнитель, вы, наверное, помните, что был подписан вообще в начале 2015 года меморандум между предприятием областной государственной администрации и нашим экологическим общественным советом, согласно которому должна была станция выполнить ряд мероприятий общей стоимостью порядка 46 миллионов. Часть мероприятий, которые должны были быть выполнены в 2015 году, не были выполнены. И, насколько я понимаю, с вероятностью там, более 90%, они не будут выполнены и сейчас. Это тоже один из тех факторов, почему и люди, проживающие на этой территории, и мы, и, в принципе, и местные власти не доверяют и не верят уже предприятию. То есть, если люди берут на себя обязательства, причем им было предложено, это те обязательства, которые они сами же согласились, то есть, это не им навязывались. Они сами сказали, что они готовы это выполнить. Они это не выполняют. Кто может обязать их выполнить?
кто в нашей стране, Украина, может обязать выполнить вот эти пункты? Знаете, нет простого ответа, потому что, к сожалению, мы имеем ситуацию, вот сегодня было большое экологическое тоже мероприятие, обсуждали в областном совете с участием и председателя облсовета, и многих депутатов, что делать с предприятиями-загрязнителями, а нет очевидного простого ответа. То есть, к сожалению, на данный момент крупный бизнес, бизнес-загрязнители, они имеют ресурсы, они имеют влияние, часто имеют влияние и политическое, и в результате вопрос, как на них влиять, он открытый. Поэтому только совместно, через гражданскую позицию жителей, через обращение, через взаимодействие с местными властями, то есть через комплекс рычагов мы должны их подводить и заставлять, в том числе судебные иски к предприятиям. То есть если совместно, мы должны, иначе получится, что мы, когда этот бизнес станет нерентабельным, будут просто брошены эти отходы, брошены эти предприятия, и в итоге все равно придется расхлебывать нам, людям, живущим на этой территории, и тем местным властям, которые на тот момент будут. Ну или другое, они могут сказать, мы остановимся, вы не будете получать там электроэнергию. Ну это да? Главное шантаж. Да, это, в общем-то, то, чем они шантажируют. Но в этом плане, в энергетическом, необходимо развивать. Мы живем в 21 веке, и на самом деле современная энергетика, это уже не фантастика далеко, хотя многие еще в это не верят. Те же самые солнечные электростанции, они, это реальность, их можно строить и в нашей области. Я считаю, что вполне было бы реально, по крайней мере, там, через 10-15 лет в этой перспективе отказаться, но иметь альтернативную выработку электроэнергии чистой и отказываться от подобных, если люди не могут решать подобные проблемы, значит, нужно идти. Ну, это в идеале, конечно, все бы этого хотели. Мы понимаем, что сейчас вот с нашим бюджетом и с нашим уровнем жизни сейчас, наверное, это На самом деле, это реальность, потому что даже можно привлекать можно и деньги для этого, и для инвестирования, и есть люди, которые, ну, то есть это реально, и я с моими коллегами работаю над этим. Главное, тоже верить и день за днем долбить эту стену. Ну, смотрите, я опять повторюсь, да, вот нужно верить. Вы пишете обращение, они скасуют его, и опять вновь вот идет второй круг, и так может быть третий, четвертый. Существуют конкретные пути решения. Ведь на самом деле золотовалы во всем мире, собственно, шлаки эти, да, которые образуются, они перерабатываются, они, насколько мне известно, насколько я смогла с этим ознакомиться, хотя занимаюсь там уже этим, это не профи, да, я не эколог, но, к сожалению, приходится заниматься достаточно плотно и изучать этот вопрос. То есть именно перерабатываются, не утилизируются? Совершенно верно. Кроме всего прочего, возможно, даже их утилизировать, насколько я знаю, их можно там засыпать и засаживать территорию растительностью. Но это самое простое. Но, тем не менее, существуют, насколько мне известно, они даже уже начали продажу этих шлаков. Но это очень несущественно, их очень много. И если станция не пойдет, и ДТЭК не пойдет на то, что они включат это в системную программу, то мы так просто Приднепровск превратится когда-нибудь вот в сплошной золоотвал станции, потому что есть как есть. И поэтому мы хотим, чтобы нас не просто слышали, а предпринимали действия. Ведь с этой ситуацией мы общались на прошлой неделе с представителями станции, и нам сказали, что диалог будет, да, вот после вот того, что это все вылилось в публичную плоскость, нам сказали, что да, давайте предпринимать совместные действия, усилия и так далее. Но, к сожалению, прошла неделя, ни с Алексеем, ни с нашим ОСНом никакой ответной связи нет. Да, я добавлю, что были сделаны конкретные предложения. Они сказали, что по их расчетам, они нанимали специалистов, что они уменьшают выбросы, поэтому суть вопроса на самом деле в это уменьшение экологического платежа предприятиям. И я предложил им дать на рассмотрение их заключение, провести независимую экспертизу. Если действительно подтвердится, что они уменьшили экологическое влияние, тогда это логично, тогда мы все вместе, если с этим согласимся, мы тоже не будем препятствовать. Но, как правильно сказала Ирина, неделя прошла, никаких контактов нету, и это, к сожалению, это стало таким практикой взаимодействия с этим предприятием. А как контакт? Вы там звоните, обращаетесь, и они не идут на контакт, не отвечают на телефон. Как не состоится контакт? На пресс-конференции неделю назад я предложил предоставить контакты, телефоны и мои, и Ирины. Да. Есть, по сути дела, и у руководства, и Приднепровской ТЭС, и у их эколога, да и у половины там уже представителей ДТЭКа на самом деле. То есть вас не слышат, да? Вот публично вы обращаетесь, вас да. не слышат. И было сказано на той же пресс-конференции, да, окей, хорошо, и все.
В публичной плоскости, что мы сейчас ждем? Вот смотрите, мы сейчас вот такого своего рода трибуна, да, мы оглашаем, обрисовали проблему, вот ближайшие действия. Вы все-таки надеетесь на то, что нас, вот, может быть, сегодня услышат, да, по телевидению? Ну, мы очень надеемся, потому что у нас существует проблема конкретно в нашем ОСН. В связи с тем, что были проведены работы по водопонижению, часть растительности, которая присутствовала и защищала от воздействия шламоотстойников рядом, она исчезла, да, и в связи с тем, что баланс содержателями не является ОСН, да, мы не можем не предпринимать никаких действий по озеленению, по благоустройству территории, ну, то есть, собственно, защищать себя от последствий воздействия, ну, предприятия загрязнителя. И мы хотим, давайте начнем с простого, давайте начнем то, что проще всего, давайте озеленять. Это, ну, хотя бы так, ну, мы как местные жители хотим что-нибудь, хотим хотя бы как-то защищаться. Давайте начнем с этого. Да, если вы пытаетесь уменьшить выбросы и платить меньше экологического налога, мы не против, мы же, ну, не просто пытаемся шантажировать предприятие, мы хотим, чтобы с нами вели диалог, и людей, которые страдают больше всего от этого, ну, их слышали в первую очередь, и их чаяния, надежды, и те беды, которые, к сожалению, происходят каждый день, проживая на этой территории. У нас 500 детей на территории проживают, поэтому мы хотим защиты. Ну что, я надеюсь, что все-таки нас сегодня услышат, и, возможно, какой-то результат будет даже благодаря вот сегодняшней нашей встрече. Спасибо вам, будем следить за ситуацией, спасибо за участие. Ще раз дякую нашим гостям, громадська активистка Ірина Черниш та еколог, голова обласної громадської екологічної ради Олексій Ангурець були гостями нашої студії.